Я здесь с победителем Келвин Гастелум. Мужик, добро пожаловать на победную тропу, как ощущения? Чувак, я не побеждал несколько лет. Это тяжело постоянно подниматься, вставать на ноги после каждого падения. Главное настроиться на преодоление препятствий, и все будет круто. Отличное выступление, ты был хороший на земле и в стойке. Выступление чемпионского калибра. Ставка у меня была на ударку, но я вернулся к корням, я борец и использовал это сегодня. Келвин, ты все еще в топ-10 и один из лучших в дивизионе, что дальше для тебя? Джо, скоро будет громкий бой Уитакер Коста, если один из этих парней вылетит по какой-то причине, я буду готов. Келвин, наслаждайся моментом, поздравляю.